бар сейчас временно. Невозможно. Самое главное,
ясно произносится, да? Тихо, но ясно. Нет, сначала, сначала. Thank you.
сама должна овладеть, ты пойми, ты должна овладеть, четко знаешь, ты играешь в это. Яра-тира-тира-там, написано было. А не слуховой, тара-тира-тара-там, да? Яра-тира-тира-там, я-папа. Смотря так, чтобы ты сама поняла, что ты этим овладела, и что на микроуровне ты точно знаешь, что ты именно этот мотив. Вот. Нет, ну что ты дальше делаешь? Ты же не уверен, что ты правильно точно сделаешь. Чуть дальше. Еще раз. Нет. Ты не скажу. А почему? А я скажу, почему? Ты сел, да? Сейчас я тянули, чтобы не бросить эту ноту, понимаешь, да? В этом все дело. Ну. Получили же еще раз. Спасибо. Маленький. За центр притянуть. Да, ну уже принял задачу. Дальше. Что это? Все произнести. Во-первых, здесь сегодня поток. Сыграй тише. У нее сами пальцы стали играть гультовским прикосновением. Услышали? То есть, не вот этим, тара-ли-ра-ли-ра, общим. Да, получилась вот эта каплевидность при абсолютной ясности. Thank you.
Суммарный ритм, но очень типичный. Да? Он писал папа, папа. А на самом деле здесь расщепление на голоса. Поэтому не имеешь права пропустить отскока частоты и прилипание к среднему голосу. Папи, папи, папи. Да? Невозможно. Фань, поэтому прошу прощения за наезды. Я знаю, что нужно быстро достигать результата. Молодец.